Падение цен на кожу заставляет игроков перебираться обратно на бои споты, а кто-то и вовсе с них не слазил. В этом видео я расскажу вам о новом бои споте в Малдраксусе, о новом Эльдорадо. Описание спота. Спот расположен в Малдраксусе. Проще всего на него попасть, долетев до лагеря Остриё. Спот имеет две точки фарма. Первая точка — это 41-60, а вторая — 38-65. На обоих точках спавнится большое количество разнообразных мобов. В принципе, все они слабые, но имеют кучу надоедливых спылов. Например, такие как щит по области, блокирующий урон, или добежка с микростаном. Разгоняется спот интенсивными убийствами на обоих точках. Только так и никак иначе. Нельзя, чтобы одна из точек пустовала. Пулить мобов на споте очень легко. Вам даже не придется далеко бегать. Всего-то и нужно собрать мобов по сторонам и привести в центр к статуе. В каждой точке фарма должны стоять по две группы по 4 человека. С мобов падают боешки 190 и 207 уровня. Шкурится немного кожи, падает зеленка и серка для вендора. Споты легко разгоняются до 3000 мобов в час. Это зависит от вашего урона. Чем быстрее убиваете, тем быстрее рисаются мобы. Единственный минус спота в том, что нужно собирать много групп. Рекомендации. Не забудьте зачарить перчатки на сбор ресурсов темных земель для быстрого сбора кожи. Для фарма подойдет любой класс с хорошим АОЕ уроном, например маг, ДХ или сова. На каждом споте можно найти оружие, если его подобрать, вам дадут мощный АОЕ спелл. Мобы ставят штандарты, вставайте в них, чтобы получить усиление урона плюс 20%. Профитность спота. Если у вас хороший АОЕ урон и пулеры бегают как заведенные, тогда спот работает на вас максимальной эффективностью. Ресурсы после 1 часа. Сумрачный шелк 381 штука. Сумеречная ткань 3437 штук. Чистое золото 8000. В среднем одна боевещь в день за 80 тысяч. Итого без боевещей 20 тысяч голды в час. Итого с боевещами 30 тысяч голды в час. Показатель золота в час отличный, учитывая, как обрушились цены на кожу. Заключение. Я считаю спот достойный и стоит вашего внимания, особенно если вы играете соло или в небольшой компании друзей. Собирайте группы и фармите чистый голд. Это сейчас самое выгодное занятие, благо конкуренции нет. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии.